Лента смоляная. Представляет собой ленточный гибкий электроизоляционный материал, изготовленный на основе хлопкополиэфирной ткани, пропитанный составом бетона с минеральным маслом. Не содержит примесей, способных оказывать разрушающее действие на проводниковые материалы. Применение. Применяются для уплотнения мест ввода кабелей и проводов в соединительные муфты и коробки, изоляции проводов в соединительных муфтах и коробках, изоляции проводов в местах связи, защиты от влаги концов кабелей и проводов, изоляции трубопроводов. Необходимый размер и его стоимость вы можете уточнить в отделе продаж. Компания «Стандарт Комплект» предоставляет широкий ассортимент товаров, с которым можно ознакомиться на сайте компании. Ссылка находится в описании.